За многими из этих костюмов директору Киевского музея моды Марине Ивановой пришлось ехать на інший конец света. Они были набыты на аукционах у Америки, Франции и Голландии. Кошт одной такой сукенки вагается от 1 до 10 тысяч долларов. У особных есть целые родоводы с описанием первых уладальников и церемоний, на яких эти уборы демонстрировались. Для створальницы ж коллекции особливо каштовными з'являються те речи, которые колисти носили ее протки. Моя бабушка, будучи умной женщиной и хорошей портнихой, ничего не выбрасывала. И многие вещи просто сохраняла от того, что там была уникальная вышивка, или от того, что очень красивые, ну, какие-то удивительные вещи. Она это все собирала, вот, и передала мне. Сегодня у коллекции Марины Ивановой больше за 100 соправдных историчных костюмов и несколько сотен аксессуаров. Сирот их речи таких историчных особ, как племянница князя Потемкина, графиня Броницкая и Ева Браун. Мы сейчас одеваемся просто и удобно для нас. Мы очень много двигаемся, у нас очень много на нас, на женские плечи ложится. Тогда одевались неудобно, но зато очень красиво. У город над Сожем приехала только четвертая частка музейной коллекции. До этого оценить ее смогли жихары Гродно и Минска. У Гомель она пробудет до 15 листопада, после чего вернется у Киев. Ганна Ковалева, Ольга Вальченко, Дмитрий Радянко, телерадиокомпания «Гомель».